Конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» прошла в Махачкале. Вел ее председатель совета отделения партии Камил Давдиев. Главное на повестке дня – выдвижение списка кандидатов от партии в депутаты Народного собрания Дагестана 7-го созыва. Участие в тайном голосовании приняли 53 делегата. В результате они избрали 181 депутата 7-го созыва из всех городов и районов республики. Кроме того, в рамках конференции прошло обсуждение предвыборной программы партии и голосование по ряду других вопросов, связанных с предстоящими выборами и работой «Справедливо-Россов» в регионе.